За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Телезритель Алексей просит энгельских патрульных наказать лихача. На кадрах видно, как на студенческой водитель отечественной легковушки несется по встречной полосе. Наглости нет предела, говорит очевидец. Я закрытый песчаный мёт, вот автобус едет по обочине с людьми. Автолюбители ванн недоумевают над культурой вождения по-саратовски. Мужчина заснял привычную ситуацию в Ленинском районе. Переезд закрыт, но движение продолжается. Видишь, как тут ездят? Уже второй такой. Заводской район Саратова – пожарный проезд. Легковушки несутся по тротуару. Впереди небольшой затор из-за разрытой ямы, и торопыги едут по пешеходной зоне. Просто я вообще удивляюсь просто. По тротуару, я вообще в ту сторону уехал. Видимо, такая манера езды считается нормальной в Дагестане. На кадрах пересечение Блиновой и Топольчанской из правого ряда через две полосы налево. Ничего лучше лихач на махачкалинских номерах не придумал. А в Энгельсе на Горького водитель «Лады Приоры» выехал под знак и перекинулся маршруткой. Белая легковушка будто бы растворилась среди общественного транспорта, но автолюбителя Вадима этим не проведешь. Ролики с нарушениями уже отсматривают саратовские автоинспекторы, так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции, он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.